75-летию Победы посвящается выставка «Памяти героев. Артефакты Великой Отечественной войны». Ее открыли в Тобольском музее печати. Основные коллекции представлены из фонда Музея пограничных войск города Тобольска. Многие экспонаты были найдены на полях сражений. На протяжении нескольких последних лет тобляки участвовали в раскопках в Ленинградской области, где проходили ожесточенные бои, поднимали из земли не только предметы, но и погибших солдат. Когда мы поднимали бойца в 16 году, в первой нашей экспедиции, поднимали бойца, и все, что было рядом с ним, все вот я собрал, почистил более-менее так, и поставил все в рамочку. Правда, ни медальона, ничего не было там, все было, перещупали девчонки и мальчишки руками, что ничего даже там не могли ничего оставить. На выставке представлены более 100 экспонатов. Оружие, предметы быта, награды, обмундирование солдат. Также здесь есть вся информация о героях-земляках, совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войны. А еще посетители узнают, как работала полевая типография на фронте, какие газеты выпускали, что в них печатали и многое другое. Подрастающему поколению как раз это очень нужно, потому что война по времени становится от нас все дальше и дальше. Многие забывают, воспитание, так скажем, патриотическое не всегда у нас оставляет желать лучшего, да? Вот, ну и тем не менее нужно это показывать детям. Пока в связи с пандемией выставку можно посмотреть только виртуально. Как только ограничения будут сняты, музей будет принимать посетителей.